Четверг, 6 октября в 19:30 смотрите на нашем телеканале программу «15». Гость студии – директор Бердской детской музыкальной школы имени Георгия Свиридова Юлия Дианова. В программе речь пойдет о том, чем живет Бердская детская музыкальная школа сегодня и о ее планах на ближайшее будущее. А вот с чем это связано? Вот это вот какая-то уникальность детей самих или это все-таки совместная работа учителя, ученика и родителей? Это, безусловно, совместная работа. Потому что если даже уникальный ученик, но попадается, ну так скажем, не очень грамотный преподаватель, да, то любой талант можно загубить. И также, как бы ни был гениален педагог, да, если нет природных данных у ребенка, тоже, ну, это будет хороший исполнитель, но не более того. Поэтому здесь, конечно, сочетание. Ну а без родителей мы всегда говорим, что, в общем-то, это такие наши помощники, без которых добиться каких-то высоких результатов, ну, просто невозможно. Напомним, 1 октября ежегодно отмечается Международный день музыки, который был учрежден с целью распространения музыкального искусства во всех слоях общества. В Бердске эту функцию выполняет детская музыкальная школа имени Георгия Свиридова. Программа с участием директора Бердской детской музыкальной школы имени Георгия Свиридова выйдет в эфир завтра, 6 октября в 19:30.